Берег реки Муховец вблизи Гузнянского моста. Несмотря на немногочисленных рыбаков и любителей активного отдыха на воде, первый улов не заставит себя долго ждать. Владелец гидроцикла Евгений Огренич рассекает водную гладь на очень высокой скорости и с драйвом. Но безопасность, говорит, превыше амбиций. А потому у хозяина этого маломерного судна и с оснащением, и с техосмотром все в полном порядке. Всегда с собой имею пакет документов. Техосмотр пройден, водительское на месте. Все в жилетах, трезвые, безопасность превыше всего. Разное бывает. И без документов катаются, и пьяные, и без регистрации, и без жилетов, что самое-самое опасное, без жилетов. Спуск на воду – занятие интересное, но все-таки опасное. При нахождении на речной поверхности каждый судовладелец должен иметь спасательный жилет заводского изготовления, судовые документы и комплект оснащенности. В случае несоблюдения правил – от предупреждения до 10 базовых величин. Если судовладелец находится, управляет маломерным судом в состоянии алкогольного опьянения, привлекается, как и по водитель автомобиля, значит, 50 базовых величин, лишение права управления маломерным судом на 3 года, лишение права управления автомобильным транспортным средством на 3 года. Если человек-охотник имеет оружие, соответственно, его тоже лишает этого права. В последние годы нарушений все меньше. Судоводители стали подкованнее в вопросах безопасности. Конечно, аварийные случаи все же есть. К примеру, в этом году владелец гидроцикла выбрал неверный скоростной режим, в результате чего получил телесные повреждения, а его водный транспорт механические. Мужчину спас от гибели жилет безопасности.